Всем привет! В парикмахерскую лечу. Сейчас сделаю себе прическу покороче, подмоложусь, ну и покажусь вам, конечно же. Плюс 10 сегодня, прохладно. Деревья желтеют, какие-то уже облетели вовсе. Ой, какой ветер холодный. Ну и все, полчасика, и я молодка. Подмолодила меня Виолетта опять. Идем в магазин. Овощей купить, и яблочки у меня кончились. Зашла в магазин, продуктов купила, и тут прохожу мимо павильона цветочного. Посмотрите, что я вижу. Настурция уже заморозки были ночные, а она стоит себе зелененькая, хоть бы что. Такие листочки красивые. Вот так фонари эти горят. Первый раз вижу. Днем смотрю, какие-то загогулины стоят. А вот вечером включили их. Вот так подсвечивают они дорожку. Место такое спокойное. Шапку надела. Прям холодно уже. К вечеру вообще похолодало сильно. А у кого-то еще тепло, а у кого-то еще лето, а кто-то еще купается. А у кого-то снег первый выпал. Ну, растаял, правда, тут же. В шапочке хорошо, тепло. Темнеет, как быстро. Я в 5 часов пошла в парикмахерскую, к 5. И вот возвращаюсь. Ну, наверное, сколько сейчас? 6:30 где-нибудь. И уже темно. Девчонки, сейчас буду смотреть, что я купила. Так, сейчас свет здесь включу, а то что-то темновато. Так, молочко, 2 лампочки, свет дневной. Не люблю желтый, прям терпеть не могу желтый свет. Так-то я водичку опять купила, открыла, пила неоплаченную, для тех, кому не нравится. Рувит купила, витаминки. Перекись водорода пригодится. Перчатки купила. Скоро сейчас потеплеет, помыть окна надо. И все. И закрыть их на зиму. Закрыть. Так. Вот такую купила эту. Алоэ вера и огурец для посуды. Закончилась у меня фаберликовская, а надо срочно. Так, лук, укроп купила. Дочь что-то пишет. Так, помидорчики дамские, пальчики. Ой, девчонки, вот это прям сейчас поем. Прямо сейчас поем икру Обломов. Это я в Аллее купила. Прям хочется мне. Чаек сейчас скипячу. Сделаю бутербродики с икрой и поем. Не часто ее покупаю, но прям в охотку. Бывает, полбанки могу съесть. И 2 стейка купила форели. Сейчас 1 поджарю. А может, 2 поджарю. Она холодная, тоже очень вкусная. Поджарю, чтобы дважды на кухне рыбой не вонять. Так... Ацидолаз купила, кефирчик.
и 2 огурчика. Все. 34 рубля 2 огурчика. Все. Это я в командоре отоварилась. Вот на 1000 рублей. 1009. И все остальное взяла в Галамарте. Что в Галамарте на 300 с чем-то, в общем, не вижу. 315. Все, вот такие мои покупочки. А это мешочек для мусора теперь будет. Сейчас все уберу, поджарю рыбку и открою икорку. Она бывает такая прям пюрешка, а это мелкими-мелкими кубичками, кусочками. Такая крупинчатая, очень нравится. Завтра буду завтракать икрой. Хотя у меня еще каша пшенная осталась. Ну, вот такие дела, девочки. Вот такая у меня прическа. Ну, это под шапкой. Я шапочку надела, и она примялась. А вообще подмолодила немножко меня. Так не люблю, когда у меня сзади начинают вот эти вот отрастать волосы. Мне нравится, чтобы все было чистенько на шее. Ну все, девчонки, рыбка моя уже практически готова. Буквально капелюшечку масла. Можно было даже без масла ее жарить. Она такая жирная. Все, сейчас дожарится и буду ужинать. А на улице, смотрите, как темно уже. А время 7 часов. 7, сколько? 7, начало 8. Представляете? Все. Или я что-то перепутала? Нет, девочки, 8 ровно, надо же. 8 ровно. Ну вот уже все, зима близко. 8 часов и у нас темнота. Ну что, рыбешечка, готова? Так, как бы открыть, чтобы... Вкусняшка. Все, можно выключать. Она у меня на четверочке жарится. Но она быстро готовится. Прямо мгновенно. Все, девчонки, будем сейчас есть. Девочки, мукбанка-то у нас давным-давно не было. Хлебушек. Не стала хлеб покупать. Думаю, у меня же есть хлеб. Вот сколько у меня хлеба. Достаточно. Так, ну что? Решила не открывать завтра. Позавтракаю, а то сильно жирно будет. Форелька. Малость не досолила. Ну, это поправимо. Сейчас попробую. Еще кусочек. Может быть и ничего. Угу. Не досолила. Ну, очень. Ну, очень хорошая рыбка. Прямо замечательная. С помидорчиком. И все-таки раньше рыбку я, которую брала, она была как-то вот лучше. Не знаю, в чем. Не знаю, может, это не форель в прошлый раз была. А, сёмга была. Конечно. Приготовлена замечательно. Что ее тут готовить-то, да? Посолила, немножечко поперчила и на сковородку кинула. Ну, сколько она жарилась? Буквально 10 минут. 5 минут с одной стороны, 5 с другой. Все.
кожу не буду есть, хотя она такая жирненькая получилась. Ее вычистила так хорошо. Но не буду. А выглядит как красиво. Оранжевая, как будто морковочка. Ой. Все-таки как важно досолить. Совсем другой вкус. Не пресная, когда. Хлебушек, наверное, на завтрак останется. Девчонки, мне не может быть скучно. Никогда. Мне времени не хватает отдохнуть. Прямо мечта у меня для себя украшение сделать. Все, девочки. Кто ужинает, приятного вам аппетита. Кто спать ложится, спокойной ночи. Пока-пока, увидимся.